All right, here we go. 65 kilos. This is a big, big match. This is Brett Metcalf for the United States. He's taking on Magomed Kurbanaliev of Russia, ranked number one in the world right now. Ну насчет Магомеда Курбаналиева, конечно, он один из опытнейших спортсменов нашей сборной команды Дагестана, чемпион Европы и мира, и универсиаду выигрывал. Исполнительный, трудолюбивый. Он, конечно, должен был достичь, ну, будем надеяться, и достигнет высшего титула там, Олимпиады. Он к этому стремится и хочет быть чемпионом Олимпийских игр, потому что уже остальные титулы, которые есть в вольной борьбе, у него это есть. Вот. Little speak English. Стреляли, я боролся. До сюда доходил. Его оружие все и показал. Стреляли мы там. Когда в 8 классе был, и я к тренеру подошел и сказал, в следующем году я тоже чемпионом стану. И руку дам.